Вот какая хорошая погода. Ну, только прохладненькая. 17 градусов. Ай-яй. Ой-ой. Ну, так, ничего. Прекрасная. Что? Хуя ты ноты тянешь, блядь. Чего, чужой у тебя, блядь, этот метеоризм, блядь, ёпта, как я могу с тобой находиться? Ты чё, мыло на ёлочь, что ли? Я отказываюсь это слушать, блядь. Это что такое? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, о чем я говорю. О! Ты слышала этот звук вообще? Это же рвань, ёпта. Ладно, я. У меня это все, понимаешь, как-то красиво, изящно, эстетично получается. Сука, только привык к тебе. Хватит. Да ну его, блядь. Тут ты уже точно не мыл, наелся. Тут говна ложку саданул. Что из тебя выходит, блядь? Что там такого? Ты бы хоть предупредил, я подготовился как-то к этому делу. Как? Ушел бы. Да слышу, говорю, зашивайся, блядь. Оно тебе нахуй не надо с такими звуками бродить ходить. Не дай бог вот это люди услышат, там чихнешь и одновременно пукнешь, и все, пиши пропало. Уезжай отсюда, я собрал. Все чего? Твои ночнушки, блядь, потрохушки, все. Куда? Чеши, пойдем. Да куда идем-то, я не пойму. Всего доброго. Давай, 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 давай. Давай, я тебе говорю. В носках, в чулках. Смотри, ты ее включила на телефоне. Отмазки не принимаются. Фу, блядь! Мама! Писька! Ты нормальная? Я хотела сказать, что покажи, как ты говоришь, мама, я люблю тебя. Мама! А-а-а! Писька! А мы камень не сможем сломать? Зачем? Я не наш дом не смогу ебашить. Да покажи мне, блядь, просто, сука, рукой, блядь, куда, сука, какую нахуй кнопку, блядь, нажать, где? Где, сука, эта ебаная рация, блядь, включается в этой ебаной кроватой рухляди, сука? Вот она, задержка уже, блядь, пиздец, включена, блядь, ебанутая. Вот настоящая любовь только у собак. Вот пример. Если закрыть жену и собаку в гараже на 5 часов, то с радостью вас встретит только собака. Ладно, что, девушка, девушка, что вы сегодня делать сегодня вечером? Блядь? Что, блядь, не позорься, ебаный свет, блядь. Ты, блядь, нормальный, нет? Сука! Папа, а ты когда делал маме предложение, она говорила тебе, я подумаю? Первое время, да. А потом? А потом, после задержки, так шутил уже я. Димас, будешь мороженое в стаканчике? Нет. Почему? Потому что в стаканчике должно быть пиво.
А вы знали, что можно забеременеть от орального секса? Это я про куннилингус. А есть научно доказанный факт, что у некоторых мужчин при высоком уровне гормонального фона, когда у них в слюне присутствует небольшое количество сперматозоидов, достаточно активных. При этом они подвижны и могут легко проникнуть туда, куда нужно. Напряглись? Это очень редкий случай. Так что расслабьтесь и получайте удовольствие. Вот Саня, судя по его лицу, думает, что сейчас лучше бы ёбнул грамм 100, а не занимался этой всей хуйнёй. Блядь. Ладно, пап, я пойду покурю на балкон. Мне сейчас послышалось или нет? Тётя что, ебало разбить? Ты не выходишь. Женщина должна содержать мужчину. Мужчины, в современной России живем. Да, потому что мужчина достойный любви и заботы. Вот. Ты самая лучшая женщина на свете. А ты знал, что самое опасное приложение на твоем телефоне это... Это ебаный ТикТок, блядь! Моя девушка поняла, что без дона лучше, и бросила меня. Почему зэкам не уступают место в автобусе? Суицидники, странные люди. Чем больше, тем меньше. Знаете, как называются накачанные овощи? Вообще, знаешь, если хочешь ухоженную девушку, то ухаживай. Хочешь обеспеченного мужчину, так обеспечь. Так и да. Настоящий. А, боже. Зеброшка. А это что? Стой, 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 стой. Это не обязательно. Ну дай. Ты в кредит его взял? Ты чего? Еще и на меня? Купила бабушка Тимошке палочки кукурузные, в них подарочек был, мальчик на горшке. Ну как бы все бы ничего,